Говори. Мы сегодня собирали подарки для благотворительной акции «Верь в мечту». Это наша студия, Котласская студия фотографий. Две девушки молодые и молодой человек. Они организуют акцию в поддержку детей из детдома. Как противопоставление детдомовским детям, это многодетные семьи, которые усыновляют, удочеряют деток из этих детских домов. И вот они обратились к нам с помощью приготовить подарки для этих семей. И вот такие мы чудесные подарки приготовили на каждую семью. Конечно, тут наборы сделаны в соотношении с тем, сколько там деток. В каждый подарок вложен наш чудесный каталог, дисконтные карты и очень много всякой разной продукции. Вот этот очень большой пакет. Эта семья есть из 14 детей. И среди них 10, по-моему, усыновленных и четверо только своих. Вот, семья Крутиковых, да. Вот мы вложили по дисконтной карте на 18%. Пригодится. Да, что пригодится, такие вот визиточки с контактным телефоном консультанта, чтобы они могли с нами связаться. И вот разнообразная такая, ну, такие семейные наборы. То есть все, что всегда в повседневном обиходе у обычной семьи находится. Кремы для деток, зубные пасты, гели для душа. В общем, вот такие наборчики мы собрали. Всего 8 штук. Всего 8 семей. Я пойду не одна вручать подарки, со мной в помощницах пойдет моя новая девочка Эльмира Гулиева. Она учится у нас в Котласском педколледже, и она очень активная и хорошо отзывается на призыв о помощи. Поэтому мы с ней сегодня вдвоем пойдем вручать подарки. Огромная благодарность тем консультантам нашего офиса, которые откликнулись на наш призыв о помощи, то есть о том, чтобы принести подарки в офис, принести продукты для формирования подарков. И мы выражаем большую надежду на то, что в следующих акциях примет большее количество консультантов, и мы сможем сделать еще более объемные, классные, запоминающиеся подарки для людей, которым эта помощь нужна. Спасибо вам большое. С вами была Софья Малиновская. Я вела репортаж из офиса «Орифлейм», который находится в городе Котлас на улице Луначарского, 10. Приходите к нам в офис за подарками, за новогодними. Мы вас будем ждать и будем вам очень рады.